Ladies and gentlemen, I read all your messages on Patreon, PayPal, and what else we have? Buy me a coffee, and I guess on email, on comments. So write comments, send messages. I'll try to reply to as many as I can. So we made a couple of interviews recently, and people quite often tell us that we can do nothing, we can change nothing, we don't have influence, we will never know the truth. Why is that? Let's find out. Tell us that we can change here anything, we don't have influence, and we will never know the truth. Where it's coming from, this opinion? This is coming from historical trend in Russia, because the government would eventually eliminate the potential of the society, of Russian society, to express its opinion freely and make them believe that it is impossible to change anything through legal, democratic ways. Everybody now believes that it's impossible to do anything. You see, you can see on the news that if you tell anything different, then you will just get in jail. So that's what happened. If you even say on social media or anything, anywhere, you will get in trouble. That's all the results that you will get. Why? Why it's happening? Don't we have freedom of speech? I don't want to try it on my own, but you know, I see the news. I see that the people, active people, who try to do something, they get in jail. А россияне как бы не влияют ни на что, получается? В данный момент, я думаю, пока что нет. Односторонне получается, там политики могут на россиян влиять, а россияне не могут на политиков. Получается, рабы? Это жесткая тема, я не хочу прямо отвечать. Я не думал, что вы прям по таким жестким темам двигаетесь. Не, ну я не буду эту тему затрагивать, если вот можно прям. Значит, политики я не буду высказываться. Страна не такая, где можно высказывать свое мнение. Какое можно, например? Облака красивые. Как тебе здание, инфраструктура? Ну, где облака-то? Покажи облака. Вот человек, конечно, попался. Правильно сказала? 86Б, да? Да. Так говорят, потому что у нас авторитарный режим власти. Вот. То есть это как бы нормально, потому что мы не можем влиять на политику сейчас и на какие-то решения властей, потому что нам просто не дают это сделать. Вот. Фиктивно у нас конституционная демократическая власть, но по факту авторитарная. Я помню то, что форсили в начале как бы СВО, форсили там то, что мы фашистское государство. Вот. Возможно, у нас есть реально какие-то черты. Вот, мне кажется, это нормально, вот, то есть как бы какие-то ультраправые идеи у нас явно, мне кажется, есть в России, но типа это нормально, ну типа в каждом государстве что-то такое есть. Россия возрождается, становится на ноги, становится сильнее. Боремся с фашизмом, если вас это интересует. Какое вот определение фашизму вы бы дали? Я просто вчера сам заходил читать определение фашизма, вот, а вы бы сами какое дали? Фашизм — это человека ненавистничество. Людей не любят, убивают. Вы слышали, что новый учебник истории сейчас вышел? Да, как вы относитесь к ним? Положительно. Вы читали, что там будет? Там, по-моему, очень много мнений как-то. Я читал, но там сказано то, что вот, американцы такие вот плохие, чуть ли не так написано. Но это же мнение, это же не факт. У американцев это надо делить народ и правительство. А правительство плохое получается. А что, хорошее? Вы за Байдена? Крым чай. Я уже понял, что вы дышите. Так что лучше. Все, окей. Пока. Что значит правда-то вообще? Правда где? Ну вот. Что правда-то? Что истина? Все же объективно, можно довериться. Субъективно. Все, блин, вообще. Можно ведь довериться просто государству. Оно же, наверное, не будет обманывать там правителей. Нужно только в себя верить. Потом заберут, наверное, за это интервью. Конечно, нет. Государству нельзя доверять. Никакому государству нельзя доверять. Ну, там же умные люди, хорошие, вежливые, понятно. Короче, есть такая тема. Я проучилась один курс на историческом факультете. И там есть такая фигня, то, что когда ты читаешь исторический источник, то ты всегда думаешь о том, кто это написал, что ему было выгодно сказать, и как он вообще думал, какая у него ситуация была, сколько у него детей там, не знаю. То есть ты всегда должен думать о том, кто это говорит. Ну, я не знаю, за мнение других людей сложно отвечать. Я себе скажу, что крайне аполитичен.
мое русло — это творчество, собственно, по которому я стремлюсь, и политика меня так не очень касается и задевает. Платон такую вещь сказал, давным-давно он еще жил в Древней Греции, то, что цена, которую хорошие люди платят за безразличие к политике, состоит в том, что ими будут управлять плохие люди. Ну, возможно, Платон был мудрый человек для своего времени, может быть, он был прав. А сейчас применимо это? Скорее всего, да, но не ко мне. Ну, вами плохие люди управлять не будут. Ну, управляют нечто более выше, нежели политика и люди, стоящие у руководящих должностей. Но ведь руководители вам повестку-то пришлют. Повестку? Они высшие люди. Нет. Все это заложено, ну, по-моему, заложено у нас в генах, наверное, скорее всего, еще начиная с Советского Союза. А что это за ген такой? Ген? Рабство и покорность, забитие. Будет, как 1984? Без понятия. Не нам это решать. Но, может быть, ваши дети уже будут жить 19. Может быть, я надеюсь, что дети, ну, не в 1984-м, все-таки они, наверное, лучше будут как-то жить. А что, как это возникнет-то? Из ниоткуда вот хорошая жизнь? Без понятия, не нам это решать. А, вот. Вот мы и дошли до точки. Да. Ну, наверное, все говорят, я не могу повлиять, потому что цена влияния слишком... Сравнивают цену влияния и ничего не делания, и ничего не делания обходится дешевле. Ну, это, наверное, в краткосрочной перспективе. Ну, все так потом... и думают. А вы как бы думали, что люди вам на улице сейчас краткосрочную стратегию расскажут? Я думаю, нет. Наверное, когда совсем прижмет, это все и случается. И во Франции у нас выходит намного реже. Как тут... Это, мне кажется, уже давно известно, что у нас люди выходят реже. Я сколько, ну, во многих странах была, там от народа ничего не зависит почти. Во Франции? Во Франции была, там просто безумные люди. Я не знаю даже, что вам ответить, потому что на самом деле это так. Я бы, например, с удовольствием хотела бы что-то поменять, потому что имею непосредственное отношение к той ситуации, которая сейчас политически, СВОшная и так далее. Но я ничего не могу сделать. А как думаете, много хотят людей, чтобы уже перемирие было? Конечно. Ну вот смотрите, много людей хотят. И получается, никто... А что можно сделать? Ну, митинг? Валиться? Ну и что у нас всех с вами? Ну 140 миллионов не будет выходить. Вы же видите, сколько есть... Ну, если бы все бы не боялись бы, власти бы не боялись бы, которая здесь она у нас стоит, то все бы, конечно, было бы уже давно закончилось. А, если бы не власть боялась, если бы не люди боялись власти, а власть боялась людей, да? Да. А такое бывает? Нет. Нет, такого не бывает. Ну, нам про Францию еще говорят. Там, как думаете-то, как вообще там? Там я слышал протесты какие-то. Ну, там протесты бывают, но у нас здесь такого никогда не будет. Не будет? А что у них там такого, что у них в голове у французов-то отличающегося? Ну мы еще не такие отбитые. Да мы главные вообще на свете. Мы влияем, мы спасаем человечество от вымирания. А у нас насколько вообще высокий... У нас миссия такая, понимаете? Миссия? Жизнь сохранить. На всей земле? На всей земле. А что мы делаем-то для этого? А все делаем. Живем. Видите, как хорошо живем, подаем пример, как надо жить, как надо любить, как надо семью сохранять, как надо детей рожать. Кстати говоря, вот позвольте я вам скажу то, что вы вот не первый человек, который говорит нам про то, что наша миссия — сохранять мир. В позапрошлом интервью, которое мы сделали, человек то же самое сказал. В комментариях очень много иностранцев написало то, что они не хотят быть сохраненными Россией. Потому что это плохо сказывается на странах. Ну, не хотят они сохраняться, пусть не сохраняются. Мы тогда займем их места. Когда они превратятся все в трансгендеров, они перестанут рожать. Мигранты займут их места. И тогда, так сказать, произойдет смена этносов. Они просто вымрут все. Они вымрут, конечно. Ну как, мужчины же не могут детей рожать. Да, это точно, кстати. То, что они убивают, так сказать, детей своими извращениями, и дети тоже превращаются в уродов. Скоро
все переменится и уже начинает немножко меняться. И к нам будут присматриваться, прислушиваться, и народ к нам потянется, и уже тянется. И, соответственно, мы тоже распространимся со всем хорошим на весь белый свет. Понял. Будьте счастливы, здоровы, всего хорошего.